Бритва подготовлена под заказ. Немка из высокого сегмента, и к ней в комплекте будет идти ремень для правки. Вот. По ремню сначала, ну, ремень из таких, как и мы сейчас делаем. Вот. Самый лучший, из отличной кожи, эластичный, хороший, с одним мощным подвесом сверху. Поедет вместе с бритвой. Вот. Ну и сама бритва. Сама бритва идет под торговой маркой Argo Steel. Вот. Неизвестно, был ли это фирменный рецепт стали от этой фабрики, которая бритву сделала, или же это просто торговая марка. Тут можно видеть брата, сестра или близнецы, там что-то такое. Вот. Саму же бритву произвели на заводе Engelswerk. Это немецкий завод, располагался в Золлингене. Вот. Был такой довольно популярный бренд Engel. Под ним выпускали бритвы с херувимом. Вот. И вот, получается, один из родственников основателя того бренда, вот с такой же фамилией Engels, вот только того звали, по-моему, Эмиль, основателя компании, а его брата, по-моему, звали Фридрих Вильгельм. Вот, этот Фридрих, он переехал в США в 1909 году и основал там филиал компании Engels. Вот, именно для него Эмиль в Золлингене делал бритвы, отправлял их в США именно с таким клеймом, вот, и там они продавались на местном рынке. Вот, как можно видеть, помимо фамилии, здесь еще есть Золлинген и Германия. Вот, такая вот интересная бритва. Практически все бритвы Engels, которые попадаются, они из такого высокого и премиум сегмента были. Сама компания существовала с 1892 по 1943, вот, но при этом бритвы они делали, я так понимаю, в основном в начале 20 века, это 1910-е, 20-е годы, ну, как большинство немецких производителей того времени. Вот, клинок имеет такой выраженный стабилизатор, носик с небольшим скосом на шведский манер, немножко нетипичный для стандартных немцев, и красивую такую вот аккуратную строгую ручку. Ручка из такого угольно-черного бакелита. Вот, имеет накладки из какого-то сплава под серебро или под металл, а не такого чисто белого цвета. Нижний пин оригинальный, верхний пин я менял, реплика нижнего при разборке. Вот клинышек здесь, скорее всего, тоже бакелитовый, такой черный, тоненький. Вот, бритва полностью чистенькая, ну, я провел по ней полную профилактику, скажем так, везде все аккуратно, следов использования нет. Вот. Следы времени локальные, может, по клинку остались небольшие, но тут именно что минимум. Геометрия превосходная, бритву до меня, скорее всего, не точили, или, может быть, разок точили, и при этом аккуратно. Фаска тонкая, равномерная, заточена с одним слоем изоленты. Вот выборка здесь между полной половиной. Вот. Очень такой аккуратный, красивый переход, не в виде фаски, а в виде именно такого скругления плавного, которое на спинку переходит. Вот. Ну и сам по себе клиночек такой, самый что ни на есть классический именно по немцам. Вот. Но при этом сталь довольно интересная, мне заточки понравилось, сейчас покажу тесты. Вот. Рез будет сравнительно нежным, если сравнивать вообще с немками. Они же, как правило, идут такие более агрессивные, нежели чем бритвы других производителей, тех же лет других стран. Вот. Но вот бывают некоторые немецкие клинки, которые могут удивить в плане нежности реза. Вот. Как бы особой супер мягкости здесь не будет, как в английских клинах. Вот. Но и агрессивности, колкости здесь тоже быть не должно. Вот. Сталь очень хорошая, замечательно вытачивается быстро. В меру мягкая, в меру твердая. Никаких тут сверх закалок нет. Или еще каких-то таких неинтересных нам в бритье моментов. Замечательно доводится. Если будете самостоятельно когда-то доводить, никаких проблем не вызовет. Вот, правится на ремне без давления, без провиса, как обыкновенная бритва. Никаких нюансов по ней нет. Тесты почти бесшумно проходят, но при этом она такая все-таки немножко звонкая. Вот такая. Вот. Ну, брить будет практически бесшумно, с таким легеньким шуршанием. Вот, ну все, сегодня там по договоренности отправлю. Скорее всего, к обеду вся посылка поедет.